Пан Олександр сказав, що, мабуть, не варто об'єднуватися з маргінальними та радикалізованими партіями, групами, таке інше. Ну, я був вчора на цьому мітингу, і я бачив, що саме більшість реально це були аграрії, представники профспілок. Ще було дуже багато ще людей, які, в принципі, проти продажу землі. Але якщо ми подивимось на кількість прапорів від політичних партій, то ми зрозуміємо, що політичні партії цілеспрямовано просто проплачували людей, щоб вони тупо стояли з прапорами. І таким чином була картинка, що начебто вони це все організували. Але це не так. Тобто ми бачимо, що хочуть маргіналізувати процес, і таким чином провокатори реально кидають каміння в поліцію, вчиняють бійки, але більшість то реально не може ніяким чином вигнати політичні партії та цих провокаторів. І така дивна ситуація, коли створюється така картинка, щоб у нормальних людей не було змоги приєднатися до цього протесту. Не здається вам, що все ж таки тут дуже йде така тонка гра, щоб процес якимось чином звести на нівець і не дати нормальним людям все ж таки його підтримати. Маргіналізувати, ви хотіли сказати, ні? Я думаю, що ця гра не тонка, а дуже товста. Це ж все видно невооруженим взглядом. Ті ж політичні партії преслідують свої политические интересы, на этом попиарятся, да, там, Бюта, ПЗЖ, они там хотят на этом сейчас заработать какие-то, поднять свой рейтинг. Что касается Анаскорпуса, который непосредственно вчера участвовал в стычках, я думаю, там, ну, опять-таки, нам удалось вчера у Белецкого интервью взять, он достаточно грамотно, адекватно все рассказал. Но опять-таки, ну, то есть, да. Але чомусь Нацкорпуса одно почав ініціювати... Нацкорпус начал нести палатки, ну, как я это вижу, могу ошибаться. Нацкорпус нес палатки, заведомо понимая, что палатки не пустят. Ну, тем более, что мы понимаем, ну, грубо говоря, да, там, кто подконтролен плюс-минус, да, там, Нацкорпус и полиция, то есть, как это было срежиссировано. Образовалась потасовка с применением газа, первая, да, потом потянули Нацгвардию, там, потянули полицию, второй акт. Палатки дали установить, потом их снесли. То есть, если бы не хотели дать установить, не дали бы сразу. Ну, то есть, дали как бы этой всей разыграться сцене. Что мы имеем в остатке? Нацкорпус, если Нацкорпус там остался стоять, скажем так, вот, заночевал 2-3 дня, пока вот мораторий там, ну не мораторий, пока поправки не внесут или вообще закон не отменят, то это был бы респект и уважуха. А так они кипиша наделали. Со стороны все телеканалы снимали именно кипиш, потому что, ну, кому интересно эти бедные аграрии, которые стоят там со своим плакатом, там, Винницкой области или там Одесской области. Кипиш сняли, и тут получается, что, ну, вот смотрите, какие вот сторонники отмена закона, так они же агрессивные какие-то, неадекваты, кидаются на полицию. То есть у людей все равно, у большинства людей ну, неприятие насилия идет, это вызывает антипатию. Ну, и, соответственно, таким образом этот весь процесс маргинализируется или маргинализуется, и... как бы, ну, и не идет, скажем так, на благо украинскому народу. И, то есть, таким образом отменить закон вряд ли получится, а вот дискредитировать это протестное движение получается достаточно хорошо. Дякую, пане Олександре, а як ви вважаєте, чи не є все-таки, що на меті у влади саме дискримінація, верніше, не дискримінація, а така дестабілізація, в принципі, цього протестного руху та отака маргіналізація цього процесу є основною метою, яку переслідують політичні партії, які вчора якраз влаштовували провокацію та начебто виступали проти відкриття ринку землі. Ну, не хочу повторити, но придется. Да, я согласен с этим утверждением. Скорее всего, цели две. Первое – показать в глазах общества, что та активная часть населения, которая выступает на сегодняшний день против снятия моратория, является на самом деле проверенными провокаторами. Потому что методы, которые вчера мы видели на практике используются, они ну, не являются действенными. И второе – это, скорее всего, остановить от решительных действий колебающихся. Те, которые внутренне понимают, что что-то происходит не так, и нужно что-то предпринимать. И чтобы его остановить и не выйти на улицу, вот такие картинки и нужны.
Поэтому да, это все сценарий, который нужен для того, чтобы дискредитировать действующую модель действия оппозиционных партий и не допустить его расширения.